В промышленной зоне поселка Матюково более 15 лет работает компания «Росавтономгаз». Это предприятие помогает снабжать газом жилые дома и другие объекты в труднодоступной местности или с отсутствием магистрального газоснабжения. С рабочим визитом компанию посетил глава городского округа Владимир Волков. Компания существует с 2007 года. Она занимается автономной газификацией всех объектов. Это предприятие полного цикла. Оно не только устанавливает и привозит газгольдеры, но и имеет собственное производство, где с нуля изготавливают резервуары хранения газа разных объемов. На сегодняшний день наша компания единственная в России, которая полностью производит, устанавливает, заправляет и обслуживает газгольдеры. Это одно из современных производств Московской области на сегодняшний день. Специалисты проектируют и создают индивидуальные системы. На всех стадиях производства емкости проходят проверку. Ультразвуковой и химический контроль сварных соединений, гидроиспытания и опрессовка. На производстве работают больше 60 человек. Варим бочки, емкости для газа, чтобы люди могли вдалеке греться. Осматриваю, какие емкости нужно варить. Начальник говорит, какие в первую очередь нужны. И все ставим на ролики и варим. Все зависит от емкости. Чем меньше емкость, тем быстрее ее сделать. Системы работают на сжиженном газе и более безопасно, чем привычные газовые баллоны или оборудование на бензине или керосине. В месяц компания производит от 100 до 150 индивидуальных резервуаров разных размеров для хранения газа. От начала, от заявки до реализации, до пуска газа из газовой плиты может пройти от 2 до 3 дней. Все очень быстро, оперативно, качественно и, самое главное, надежно. На предприятии работают только жители нашего городского округа. Есть серьезные планы по расширению производства. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.